what you said you didn't receive. What you said you didn't need. That girl is a real crowd please. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Пол 3А2, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Secret Neighbor, и думаю, не будем долго мы с вами болтать, и, собственно, начнем. Так, подожди, давай сначала здание посмотрим, замедлится, ага, понятно, все, короче, понятно, так, давай, начнем играть. Так, я ребенок, отлично. Так, оп, монетка. Так, ага. Так, я выполню, короче, это первое задание. Я, короче, закидаю соседа клеем 4 раза, и все. Короче, за это эти купоны получу. Так, оп, подожди, я на... Ах ты, скотина, взяла сперла мою карту, ладно. Пофиг. Оп, первый уровень. Так. Сюда. Вообще, странно это говорю. Вернее, странно, вернее, что я это говорю, но... Я бы сейчас очень хотел соседа, чтобы его, собственно, клеем закидать. Чтобы сразу было не задание, потому что... Просто почему бы, собственно, и нет? Кто мне запрещает? Вот именно, что никто. Так. Давай сюда. По-любому, сидит ключ какой-то есть. Я прям говорю. Действительно. Так, давай. Так. Соседа вроде нет. Там чел был с ником Дерминатор. Ладно. Немного кринжовенький на самом деле. Ник, ну да ладно, пофиг. О, он что-то там угорает. Фиг его знает почему. Кстати, он где-то предположительно на... А, нет, на первом этаже. Сейчас по-любому уже на втором. А! Чё? Где? Когда? Что? Как бы... А где? А, вон он ты! Здорово! Отлично, так, я надо валить отсюда. Бежим. Отлично. Так, я надеюсь, что он не окажется умным и не пойдет сейчас сюда. Я очень на это надеюсь. Нет, отлично, он сюда не пошел. Так, он кого-то поймал. Но я по-любому не успею, поэтому, в смысле, смысла нет. В смысле, смысла нет. Как-то это странно было, ну да ладно. Кого-то еще раз там поймал. Так, видно, у нас этот сосед очень сильно активный. Я не сказал бы, что я этому не рад, потому что, ну, по идее, так и должно быть, но, типа, это. Так, где ты там? Ты где там? Ну-ка, давай сюда. Вон он. Иди-ка сюда, дядя. Где ты? Здорово, блин. Нате. А, подожди, наверное, когда он ребенок не считается, да, получается, зря клей потом. Да и ладно, неважно. Успею его еще по-любому закидать. Типа, это не такая проблема. А, закрой. Ой, достижение, кстати, получил. Кризис менеджер. Оп. Да где он там? Где? Где? Вот он. Лови. И лови. Еще раз, например, кинуть. Будет. Дядя! Даже не думай! Я сказал, даже не думай!
Это был, конечно, шлепок у него. Ой, ё-моё! Так. Угу. Угу. Да ты заубал! Да отпусти меня! Дядь, ты чё? Отпусти меня, блин. Да, дядя, хоры уже. Все, пока. Приятно было повидаться, в скобочках нет. Сколько у меня там, 3 раза поймал или сколько? Хрен его знает. Так, он-то поймал его. Вернее, ее. Или его. Его или ее. Его вообще-то. На! Чуть-чуть не успел, но все, это жопа, да. Да. Че? Подожди, я единственный остался или нет? Ну да, единственный, а что это? А, он, наверное, потому что с высоты упал, да? Поэтому, типа, он меня отпустил, тогда ладно. Тогда понятненько. Понятненько. Так, у меня 8 коинов. Первый выполнено. Отлично. Так. Мне, короче, потом желательно бы за этого поиграть. За Михалыча. Чтобы в капканы всех этих ребятишек половить. Но это потом будет. Когда, собственно, и Михалыч достанется. Паппарделли. Что, итальянец, что ли, какой-то? Ну, если пишешь, что нет, в смысле, ты понял, короче. Неудавшаяся шутка это, короче. Фига сколько, кстати говоря, лидера. 4 лидера. Вот прикинь, 4 лидера. То есть, уже, в принципе, такого, так сказать, понятия слова, как лидер, уже, в принципе, исчезает. Потому что, ну, как бы, лидер, это обычно он один. А тут их 4. То есть, соответственно, это уже не лидер, это... Да хрен его знает, кто это. Так, монету взять надо. Так. Тут ничего нет, ничего нет. Я, наверное, второе задание вот этого вот не буду выполнять, потому что там за детектива, и оно нудновато, если честно. Поэтому да. Так, сюда. Выкинуть мне нахрен ту первую карту. Зачем она мне нужна? Так, во второго уровня. Другое дело. Вот это сюрприз, конечно, спасибо, Пудж. Мистер Пудж, не ожидал вас здесь увидеть. Так, ничего нет, ничего нет. Так, тут что? Красный ключ. Отлично. Но я его использовать не буду. Потому что зачем? Если я Михалыч. Если я Михалыч, то я... Сделаю вот так, вот так. И фонарем сейчас кого-нибудь оглушу. На! Бля, не попал. Да и хрен с ним. Давай, быстрее, 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 быстрее. Отлично. Здорово. Блин. Нет, даже не думай. Блин. Ой, началось. О, нет. Дядь, ты серьезно? Он даже не... Он, в смысле, буквально меня сзади я был, он даже ее не спас. Ну ладно. Его, в принципе, выбор. Угу. Ну и чё этот ключ? У меня тоже есть ключ. Хочешь поздороваться с ним? На! Блять, промазал. Где ты? Хочешь с ним поздороваться? Да я не понял. На тебе. Ему даже урона не нанесло это.
Просто ему хлебальник прилетел, и все. Классно. Так, монетку я с собой заберу. Вот эту схаваю. Ну-ка, стоять. Ну-ка, стоять. Да ты что, офигел, что ли? Иди сюда. О, нет, началось вот это вот. Вечная пальба из этой рогатки чертовой. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. Ну, и чё? И что ты этим хочешь доказать? Ну? И что дальше? Я знаю, что я сосед, спасибо, я знаю, что я Михалыч. Дай-ка я тебя в капкан сразу поймаю, кстати говоря. Хотя ладно, это... Сейчас не время. Да я, короче, знаешь, как сделаю? Просто вот так сделаю. Все, действительно, что я тут божусь? Не знаю, кто. Все, легко, изично. Не, я говорю, Михалыч машина, буквально, он киборг-убийца. Он вообще, он каждого разносит. Вот не Иваныч, не Кириллыч, вот именно и Михалыч. Он просто, он всех разносит. Вот именно Михалыч. У меня, кстати говоря... А, понятно, у меня 73. 569. Так. Давай теперь... Не, подожди, давай потом лучше поиграем. Я просто хотел еще за баггера поиграть. Потому что почему бы и нет. Так. Монетку. Кстати говоря, да, это классический дом. Мне прям повезло с этим. Тут что? Ничего. Watch out, it's a trap. Да мы поняли, что это капкан, ё-моё. Вернее, ловушка, если правильно выражаться. Правильно переводить. Так, ни хрена здесь нет. Тут тоже ни хрена нет. Тут тоже что? Правильно, ни хрена нет, кроме молока, которое, естественно, выпью. По-моему, где-то близко, кстати говоря. Я не зря выпил молоко, потому что мне сейчас по-любому придется кидаться в него. В эту скотину. По-моему, он сюда вошел, не? Или не сюда? А, нет, не сюда. Ну все, его там спасли. Или ее, или его. Ладно, не важно. Пусть он сами разбирается пока что. Дай. Зачем ты эти огурцы взял? Ну какой тебе что, огурцов что ли не хватает или что? Это сейчас в смысле было? Ладно, пофиг. Я, короче, карту второго уровня достал. В принципе, все. В принципе, меня больше вообще ничего не волнует. Я, короче, вообще отсюда пошел нахрен. Зачем оно мне надо? Так. Закрыть. Взять. Взять. Сразу времени не теряем, сразу бежим на третий этаж. Потому что сейчас я буду стоять, что-то искать, он сюда зайдет и все в жопу пойдет, поэтому. Не тупим, сразу идем сюда. То че? Ничего. Ключик. Зачем ты это берешь? Ключ возьми. Все. Так, мне сюда надо бежать. Ты случайно не сосед, не? Я так на всякий случай вот так вот сделаю, чтобы в случае чего от него убежать. У меня, скорее всего, не получится, хотя, в принципе, может получиться, на самом деле. В принципе, я вру, в принципе, все вообще возможно. Дядь, ты в курсе, что ты невидимую коробку держишь? Так, тебе просто к сведению сказал. Ну ладно, видно, его это устраивает. Но вроде он не сосед, он бы за мной еще пошел. Ключ. Я мне сейчас показал, что он там оттуда выйдет. Но нет, все нормально. Все обошлось, так тебе надо быстро идти. Бежать, 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 бежать. Сюда. Сюда. Бежать, 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 бежать. Пошел в жопу. Михалыч, или Иваныч, или Кириллыч, или вообще
Блин. Петрович. Васильевич. Ну как бы ни Петрович, ни Васильевича здесь нет, здесь только Михалыч Иванович Кириллович в этой игре, ну то ладно. Пофиг. А, отлично. О! Синий ключ. Он прекрасен и могуч. Вон херач стоит туч. И гоняет тоже. Стоит туч. По-моему, там сосед бежал. Ладно. Бля, я очкую, что он сюда зайдет. Подожди, здесь был ключ? У меня только что свечка... Ключ... Свеч... ключ просветился. Ключ, ключ, переключ. Ага. Быстрее, 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 быстрее. Он только вот уже поймал. Я, по-моему, вообще один, единственный остался, в принципе. Ну, по-любому там. Вот я прям говорю, так что ай. А, там только синий нужен. Ладно, пофиг. Побежали. Открыл. Завертел. Оба. Видалки он вообще прям хорошо его завертел. Здорово. Это Кириллыч. Кириллыч, мать твою, не делай ошибки, пожалуйста. Бля, Кириллыч сделал ошибку раз, Кириллыч сделал ошибку два. Сейчас Кириллыч сделает ошибку три. Уже сделал. Сейчас ошибку четыре сделает. Походу роковую для меня. На. Бежать, 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 бежать. Пошел в жопу, Кириллыч. Бежать, 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 бежать. Бежать. Сюда. Да какого фига? Ну все. Понимаю. Понимаю, шо капец. Вот так. Один из монеты собрал, офигеть. Нормально. У меня 580. Я могу с Юрой что-нибудь купить в магазине. Так, тут ничего нет, ничего нет. Да, нормально, ничего нет. А давай, короче, это... В обычном что-нибудь поищем. Сейчас, подожди, здесь... А, нет, подожди, это временно, вот здесь. Давай, кстати, что-нибудь на багера купим. Серьезно. Али, подожди, или может давай на кого-нибудь другого. Или хотя... Давай на багера, в принципе. Человек этот... Сейчас вот здесь сначала посмотрю. Не, все-таки давай на багера, да. Так, давай его сделаем, короче... Да, давай, 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 давай. Так, оп. Сделаем его, короче, пацана с Groove Street. Вот прям по-любому. Я прям хочу этого. О, сразу преобразился. Прям вот с Сан-Андреской пахнет. Давай еще вот это возьмем. Вот вообще, прям пацан с Groove Street. Все, отлично, отлично. Так. Сюда. Так. Выбрать. Вообще, топчик. Так, ага, я Михалыч. Отлично. Так, монетки беру. Так, что у нас здесь? Ничего, понятно. Так. Тут тоже ничего. Здорово. Так, я сразу нападать на них не буду, потому что... Ну, как бы, я не думаю, что... Из этого выйдет что-то хорошее, меня просто тут забьют нахрен, а мне этого не надо. Я, короче, когда они зайдут уже вот туда, тогда я начну ловить. Открывай. Блин, не могу выломать. Пофиг, ладно. Да вы достали, да чего вы все закрываете-то? Открывайте давайте. Задолбали. Закрывайте и закрывайте. Чё, нравится, что ли, закрывать или что? Выломал? Все отлично. Да ты охренел? Не, кидаться мне. Зачем вообще здесь закрылся? На кой хер?
так вот уже забили нахер. О, подожди. О, отлично, как раз таки иду. Давай, проходи, проходи, проходи. Все, сейчас, вот я начну сейчас ловить. Сейчас типа сюда зайду, типа сделаю, что все нормально, все нормально, все офигенно, все вообще отлично. А потом так. Сейчас здесь вот такое. Сейчас. Тихо. Капкан, капкан, капкан. Капкан. Да блин, не зажал. Давай, ставь. Приветствую! А, тут нельзя поставить, ё-моё! Ладно, я вас понял. Так. Ставить. Я хочу задание это выполнить просто. Так. Здесь, вот здесь, вот здесь. Ставить. А ты достал, иди. Вот. Или достал, я не знаю, кто не такие. Так. Надо в темных местах ставить капканы. Чтобы они ничего не заметили. Пошла в задницу. Я тебя сейчас фонариком кину. На! По сковороде по твоей. Давай, в капкан, давай. Алло, в капкан давай. Так, понятно, у нее там. Не так, что с анимацией ходить. Надо вот здесь, короче, поставить мне. На! Капкан! На! Кстати, я говорю, кто-то попался. Так, давай. Капкан, 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 капкан. Давайте в капкан, в капкан. О, кто-то попался. Отлично, отлично, отлично. Так. Прям вообще офигенно. Давайте в капкан. В капкан! Ну! Да! Отлично! Вообще хорошо! Ё-моё! Так. Бегают. Так, сейчас главное самому в свой же капкан не попасться. Оп! Ах ты скотина. Стоп, а коробки чё, типа в Secret Neighbor что ли могут обезвреживать? А я не знал про это. Типа в обычном Hello... О, попался. Ха-ха-ха. Я знал, что в обычном Hello Neighbor, ну то есть это понятно, да, только в обычном Hello Neighbor это можно, но я не знал, что в Secret Neighbor это можно. Типа, серьезно, я не знал, что Secret Neighbor можно вот так обезвреживать капканы. А, ну, естественно, да. Естественно. А я помню, я как-то тоже попробовал так сделать, у меня что-то не получилось. Типа, а что за фигня? Какой-то баг тогда, что ли, был? Не знаю. Блин. Ё-моё. Да ё-моё! Дайте поставить капкан. Садомиты. Так. А ты достал, да сколько можно тебе отбиваться? Иди, короче, в капкан, в капкан, в капкан. Да, ё-моё. Так. Быстрее. Да, блин.
Да достал уже отбивать, ты сколько там это? Накидываешь мне, что ты вечно отбиваешь. Ну, блин. Капкан. Отлично! Ой, как хорошо, на тебе. В капкан попалась. Даже не думай меня кидать. Я еще раз ее поймаю. Да иди ты в задницу, а сколько можно? На тебе! Вот все, эти пятеро возьму. Блин! Вы достали, короче. Иди сюда. Все, пошли со мной. Есть! Все, наконец-то. На! Я, кстати, по-моему, как раз 5 раз поймал в капкан. Насколько я знаю. Ну, по-моему. На тебе. Иди сюда. На тебе, блин. Все. Все, это, по-моему, последнее. Да? Да. Отлично. Прям все вообще хорошо было. Так, сколько мне дадут? Нормально мне получается. 95 дали. В смысле 2? Подожди, а почему 2? Я ж 4 раза это сделал. Или они, в смысле, там это, коробками всякими там позакидали остальные разы. Наверное, вот так вот, да. Да ладно, короче, неважно, пофиг. Так, погнали. А, это мой нелюбимый дом. Давай, наверное, 2 раза поиграем сейчас за этого. За багера. И на этом, пожалуй, закончу. Потому что я не хочу сильно длинное видео делать. Здрасте. Я вижу, ты шустрый. Эй! Нет! На! Нет! Блин! Да блин, вы главный герой мой, блин. Вернее, не главный герой, а тот, за кого я играю, за багера, в смысле, он промахивался просто. Так, давай еще раз. Да иди ты в задницу. В смысле промахнулся? Да в смысле промахнулся? Ой, блин. Бля, ребят, сорян, просто... Тот, за кого я играю, очень косой. Прям очень косой. Потому что там он должен был попасть, но он не попал. Он прям за мной бежит. Он прямо за мной бежит. Ой, бля, все, мне конец. Мне конец. Все. Все. Готово. Не, ну все, понятно, короче. Пока. Да. Так, я играю за ребенка, отлично. Так, монетка, я сказал, все. Я на него встал. Тут кто-то стульями все забаррикадировал. Где? 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 Ладно, неважно, похер, я побежал, короче. Так, монетку с собой забираю.
Так, нифига, нет. Зато я нашел карточку. Так что, в принципе, все не так уж плохо. Закрыть. Блин, зачем тебе это колото или что это? Газировку зачем ты взял? Стул тоже нахрен не нужен. Я надеюсь, это не сосед, конечно, дядя. Я очень на это надеюсь. Но даже если не сосед, нам, в принципе, все равно... А, у него ружье, у него ружье. Хорошо, дядь. Нормально. Тогда вообще хорошо. Так, третий уровень. Ключик. Взять. Угу. Надеюсь, там соседа сейчас нет. Ничего нет, ничего нет. Я надеюсь, ты сейчас убежал не сосед. А, ну да, действительно. Действительно, блин. Ладно, короче, пошел на самый последний этаж. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Вот это взять. Так, тут ничего нет. Вот это надо мне взять. Блять! На тебе! Это было прям... Это было прям хорошо. Да. Сзади такой стоит. Я еще заметил, он дверь открыл. Я подумал, что это еще не этот, не сосед. Это когда сосед. Ладно, ребят, думаю, пока что я с вами закончу. С вами был Геймплей 3.2. Мы с вами играли в Secret Neighbor. И всем пока.